Чернобыльская атомная электростанция – это место первой крупной ядерной аварии в мире. 25 апреля 1986 года началось испытание одного из реакторов на меньшей мощности, требующее отключения системы аварийного охлаждения. Считалось, что рабочие были недостаточно подготовлены к тестовому плану действий и проигнорировали протоколы безопасности, и испытания продолжались. Реактор стал неконтролируемым, перегревшись без регулирующей его системы аварийного охлаждения. Так как назревал критический момент, рабочие пытались вручную остановить реактор. Но это на самом деле увеличило скорость реакции и вызвало скачок напряжения. В 1:23 утра реактор взорвался. В отличие от других атомных электростанций, реакторы Чернобыля не были заключены в сталь или железобетон. Взрыв отбросил радиоактивные материалы и мусор, разорвав завод на части, оставив все вокруг незащищенным от смертельной активной зоны реактора. Двое рабочих моментально погибли на месте взрыва. Другие отчаянно пытались закачать воду в реактор, чтобы охладить радиоактивный материал. Двадцать восемь рабочих погибли от мощного излучения в течение нескольких недель. Также в результате взрыва высоко в атмосферу поднялось радиоактивное облако. Тем не менее, соседние города Припять и Чернобыль не были эвакуированы в течение следующих 40 часов. К тому времени большое количество людей подверглось высокому уровню радиации, что в последующие месяцы и годы привело к раку и генетическим дефектам. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, чернобыльская катастрофа унесла примерно 4000 жизней. Другие считают, что в связи с распространением радиоактивных осадков по всей Европе окончательная цифра могла бы быть гораздо выше. Ядерная энергия является целесообразной и устойчивой альтернативой ископаемым видам топлива. Но увядающий город Чернобыль выступает как мощное напоминание о потенциальных разрушительных последствиях освоения ядерной энергии в энергетических целях.